Многие нас спрашивали, как мы здесь отмечаем 23 февраля, блин. Значит, ну, конечно, как и все, мы едем завоевывать остров Орхидей. Это мой подарок. Угу. Там говорят очень много рыженьких. Скоро покажем. Это про обезьян, если что. Медленно, 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 медленно. Хулиган доволен, дрался он за Арсенал. Встречаем, вы забросили зубе. Обманочка, мы только еще в порту. Это все еще не остров. Обманочка 2. КВН это прям мое, конечно, да. Мы все-таки едем на остров. На байках нас туда не хотят везти. Главное, у нас есть запасной комплект резины. Не пропадем. Пацанские тазы решают и не сдают назад. Неуверенность на дороге выкинет. Ведь тазы знают толк зимой или летом. Идем по берегу вдоль острова. В то место, которое мы приметили с воды. Море тихое. Валентин тоже особо не орет. Ну, так. Идем в наше секретное место. Мы настолько отбились от стаи, что оказались на необитаемом острове. Но выглядит он именно так. Очень круто. Очень круто. Очень круто. Очень. Фоточки, сейчас фотосессия будет. Ну да, Валик пытался сделать как этот. Как делать? Как девочки. Пописать сидя, короче. Зачем тебе такой красивый? Зачем тебе его любовь? Ты понапрасну тратишь силы. Он не полюбит никого. Вспомнили, мы же на острове Орхидей. Орхидей-то еще и не видели. С Новым годом. Мы нашли нечто магическое и загадочное. Водоканал. Мы заходим в бабочковый рай. Офигеть. Дерется что-то.
Попугай, попугай, попугай. У-ху. Куча попугаев. Они едят щебень. Мы нашли живого слона. Ну, мы знатненько позагорали, часика два. Сейчас уже все надоело. Пойдем гулять по острову. Говорят, есть водопад. Будем искать. Ну, соответственно, самоходом. Как еще? Как может выглядеть дорога к водопаду? Ну, куда ходят туристы? Наверное, вот так. Мы решили, что это она, поэтому мы идем по ней. Я не знаю, куда. Не знаю, зачем. И уж точно не знаю, куда она приведет. Но мы по ней идем. Оставайтесь в эфире. Секретный путь. Извилистый. Я сказал, жестокий, конечно. Ну, Валик сказал сладкий. И сладкий. Надо таинственным голосом. Я не знаю, куда мы идем. Жесть какая-то. Бегает кто-то рядом с нами. Это не самый популярный маршрут. Да, ступеньки. Это мы идем правильно. Все, следующая связь на водопаде. Либо в больничке. Я не знаю, Валентин. Есть ли грани у мазохизма? Я босиком, потому что жуткие мозоли. Мы, по мне, так уже какой-то нереальный промежуток времени поднимаемся. Ступеньки идут и идут в джунгли. Ноги болят еще с тех водопадов. Мозоли новые. Впечатление полные штаны, которые я с удовольствием искупаю в водопаде. Идем дальше. Мы пришли. А, это не он. Вот он. Как обычно, все из камней. Ну, красиво, тихо. Мы здесь одни. Но это ни к чему не обязывает. Мы пришли на шоу слонов. Или слона. Наверное, того, которого мы видели. Так что, что-то еще будет. Валик в предвкушении. То чувство, когда медведь катается лучше тебе. Друзья, на этом наше путешествие подходит к концу. Мы обгоревшие, уставшие, довольные, как слоны, которые умеют ездить на всех видах транспорта, а мы нет. И теперь поработать.